Вот у тебя плотное тело стало, как она до этого мне тоже делала, говорит, надо же, говорит, как у тебя, говорит, уплотнилось, и говорит, у тебя, говорит, даже лучше, чем у твоей дочери, говорит, то есть я вот начала аминокислоты пить, да, вот месяц пью, да, и какой же результат, и мой косметолог, говорит, у тебя, говорит, лучше и лучше всегда, говорит, кожа становится, это бьюти, потому что бьюти пью уже 3 месяца, я начала его 2 раза пить, поэтому бьюти, аминокислоты, это просто нереально, 10 лет назад. Поэтому прям рекомендую всем, кто хочет молодо выглядеть хорошо, выглядит еще подтянуто, бьюти, пейте, не жалейте для себя. Это намного дешевле, чем процедура, которую можно делать у косметолога. Вот. Всех люблю, обнимаю. Полностью согласна. И хочу сказать, что моя подруга, которая была у меня в гостях, я тут сразу же в сторис потом это помещу, отметила: Лена, у тебя попа как у молодой. Это сказала женщина, которая меня видела обнаженную. Она говорит, у тебя попа как у молодой, но она еще не обратила внимания, ну как мы друг другу же не показываем части тела, но у меня невероятно мощно потянулась грудь, очень. И мне просто, знаете, неудобно об этом сторис писать. Я это, кстати, еще не знаю, выложу или нет. Но это действительно так. У меня очень сильно потянулась грудь и попа. Осталось немножко поработать с животом и с внутренней поверхностью бедра. Но все идет в процессе.